Всем привет! Вы на канале Коля Лего. Сегодня у нас видеообзор на Лего набор 76400 по Лего Гарри Поттеру. Это такая тележка с фестралами. Если что, я в Гарри Поттере не очень хорошо разбираюсь, так что если я что-то неправильно скажу, я сразу предупреждаю, что я смотрел фильмы только один раз и давно, то есть я уже мало что помню. Первая мини-фигурка — это Гарри Поттер. У него принты только на туловище, спереди и сзади. Есть две эмоции. А также волшебные палочки. Я рассоединять их не стал, у меня просто есть уже соединенные. Ну, а потом, если рассоединишь, не соединишь, они мне кое-чем могут пригодиться, соединенные. Вторая мини-фигурка. Вроде бы ее зовут Паруна. У нее синяя сумочка. И волосы сделаны очень необычно, потому что здесь есть такая щель специальная, чтобы сумочка могла держаться, потому что если бы ее не было, то тогда бы волосы не могли закрепиться бы. Две эмоции. Ноги короткие, но подвижные. И тоже есть волшебные палочки. Другого цвета. Есть еще яблоко в этом наборе. Вот такой журнал. Это принт. Наклеек в наборе нету. А теперь уже будем переходить к постройкам. Тут их две. Первая постройка — это дерево. Это менее интересная постройка, но тем не менее оно очень красивое. Здесь есть грибок. Также желтый листик. То есть сезон, наверное, конец лета. То есть листья уже зеленые, но появляются желтые опавшие. Дальше. Теперь уже самая основная часть набора. Вот она. Тележка или карета. Наверное, все-таки карета. С фестралом. Фестрал очень красивый. Крылья подвижные. Очень красиво выглядит. И голова, и... Ну, вообще весь очень красивый. Разве что ноги у него никак не двигаются, и голова тоже не двигается, в отличие от коней. Он закреплен к тележке, ну, к карете. Но можно его легко открепить. И для него еще есть здесь деталь серая, дополнительная. Это не лишняя деталь. А именно так и должно быть. Если можно еще закрепить вот сюда. Вот, как видите, рядом с этой. И тогда вот. Теперь он отдельно от тележки. Сама карета красивая. Металлические колеса. Два сиденья, фонари. Здесь открывается дверь, ступеньки, по которым можно зайти сюда. И все. А теперь маленький фестрал, детеныш. Очень редкая и красивая деталь, очень красивые крылышки маленькие. Но у него теперь даже и крылья неподвижны. То есть полностью одна целая деталь. Если у этого были подвижны крылья, то у него они неподвижны. Также есть коробочка какая-то. Я не знаю, что это за коробочка. Но она тут есть. И лишние детальки. Их не сильно много. Есть такая веточка. Опять же коробочка такая. Ну и вот такие вот. Также по одной запасной волшебной палочке есть. Потому что героям нужно выдать по одной. Вот такой набор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Напишите в комментариях, как вам этот набор, понравился ли он вам. Всем пока!